Всех приветствую. В работе Ярис, старенький автомобильчик, но на чем хотелось бы остановиться. Во-первых, я здесь занимаюсь заменой втулок переднего стабилизатора. И с учетом того, что доступ к ним реально затруднен, открутить мне их, не снимая подрамник, не удалось, потому что места очень мало. Мешает рейка, мешает кузов. Болты все закипевшие. Хотел обмануть судьбу. Но, честно скажу, мне это не получилось. Пришлось скидывать подрамник, и на это ушло, ну, уже практически 2 часа времени. Связано это с тем, что все болты, которые ни разу не откручивались, они просто насмерть все закисли. Поэтому в работе большая труба, большие инструменты. С большим трудом удалось все сдернуть. Сейчас меняем втулки и ставим подрамник назад. Поэтому, казалось бы, маленькая машинка, но достаточно трудоемкие бывают операции, как по времени, так и по стоимости. Берите на заметку, возможно, кому-то пригодится, кто решит самостоятельно попробовать поменять втулки. То есть, ребята, если вы туда давно не лазили, придется попотеть. Вот эти гайки на крепеже рейки я открутить вообще не мог здесь, наверное, порядка получаса. Думал, сломаю болты, потому что трубой тяну. Гайки стоят, не шевелятся. То есть такое ощущение, что либо сейчас болт сломается, либо что-то пойдет. Ну, слава богу, пошло. Благодарю за внимание и всем удачи. На 200-м крузаке я бы уже 2 комплекта втулок, наверное, поменял по кругу. Хотя машина гораздо больше и, скажем так, казалось бы, сложнее. Всем удачи.